Здравствуйте, друзья! И в этом видео я хочу показать модели, которые пойдут на реставрацию. Это одни из первых моделей в моей коллекции. Модели начала 80-х годов. Это советские модели. И, как видите, уже с них снята краска. На некоторых еще немного остались кусочки краски, но я их сниму и отдам модели на покраску. В какой цвет модели краситься будут, я не знаю. Это будет чистая интерпретация мастера, который будет мне их реставрировать. И какие модели? Это модель Рафика, всем знакомого. Также модель Lotus Европа. Модель Волга ГАЗ-2402 универсал. Это модель, французская модель, если я правильно произношу, это Лигьер. И данная модель выпуска 71 года от фирмы Нореф. Также два москвича в кузове универсал. Как видите, модель Лады 9-го поколения. И на модели интересно было то, что у нее был растрескавшийся капот, и я сначала подумал, что эта модель, она была зачумевшая. Но, как видите, капот у нее вполне нормальный, он крепкий, я пробовал, он не ломается, не крошится, и, слава богу, модель, она целая. Также модель Лады 99-й серии. Эта модель у меня сделана видео. Модель была в ужасном синем цвете, на двери имеется очень грубый скол, и также на капоте имеются небольшие трещины, но я пробовал капот, сам капот, он крепкий. И я не знаю, это может быть какой-то дефект при отливке модели, потому что если трогать капот, то он весь очень шершавый, но он также не ломается. Будем надеяться, что модель, она не подвержена цинковой чуме. Следующая модель – это модель ВАЗ-2101. Как видите, эта модель, я в детстве играл, поэтому крыша у нее немного погнута. Но, тем не менее, очень крепкая модель. И последняя – это модель Феррари, также русский ремейк. И хотелось бы, чтобы Феррари была покрашена в красный цвет. Я попрошу, чтобы был какой-нибудь красный, все-таки красный, как традиционно Феррари. Вот такие вот модели. Когда они будут готовы, к сожалению, я не могу сказать, как у мастера будет время, он их покрасит. В дальнейшем на реставрацию пойдет модель ВАЗ-2102, 2105, 2107, КАМАЗы в различных модификациях. Также сделаю видео до и после реставрации. И скоро ожидаются модели, я заказал из Германии, это два корвета от фирмы Detail Cars и Bugatti 110 Суперспорт от фирмы Revel. Различные модели от производителя D'Agostini. Это будет Dodge Challenger из серии Суперкара, ГАЗ-21 из серии Автолегенды СССР и, если я не ошибаюсь, ЕРАЗ из серии Автомобиль на службе. Данные модели уже куплены, они сейчас находятся в России и должны ко мне прийти. И это был обзор моделей. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео.